Важное замечание. Каждую фигуру мы доделываем до конца. То есть 8 счетов мы делаем фигуру, потом переходим к следующей. Не бросайте фигуру раньше, чем закончится восьмерка. Да. За это судьи могут вас дисквалифицировать. Мы планируем, что вы будете танцевать, и после песни в перерыве, пока вы будете дышать, танцевать вы будете 16 восьмерок. Каждый раунд будет 16 восьмерок. Судьи будут просить кого-то уйти. Но если вы чувствуете, что вы где-то сделали что-то не так, уйдите сами. Как говорит Лариса, да? Это говорит Юля! Не важно, что судьи заметили, продолжайте. Не сдавайте! Да, Лариса пыталась настроить вас на позитивный лад, я смотрю, вышло не очень. Экспериментальный контест. Я очень нервничаю. Я буду стараться не налажать и крикнуть вовремя, но ничего не обещаю. Если вдруг что-то пойдет не так, мы проведем следующий контест. Я подготовлю получше. Так что будем верить в лучшее. Значит, у нас будет одна песня, нулевая. Это будет разминка, где мы все потренируемся. Я кричать, потанцевать, судьи выгонять, но никого не выгоним. Потом у нас будет три песни оптимистичные, в результате которых у нас должно будет остаться три пары. Если вдруг судьи не смогут оставить три пары или кто-то откажется уходить сам, то мы поставим четвертую песню. Но, надеюсь, до этого не дойдет. После этого три пары в финале будут танцевать. Все то же самое, 16 восьмерок. Я кричу изо всех сил. Вы танцуете. И если все складывается удачно, все дотанцовывают до 16 восьмерки, судьи судят. Но судьи уже в этом случае все, кто в зале, да, то есть мы будем решать зрительским голосованием, выбирать пару победителя. Если зрители скажут, что они не могут определиться, то мы сделаем суперфинал и заставим несчастные три пары и несчастную менять, делать все то же самое, но в темпе уже 220. С секретной фигурой. Какой секретный, не скажу. Кто сейчас угадает? Никто не угадает. Саша знает, но сказала всем молчать. Да, судья на линии, супергерой Саша Палат. Если вдруг что-то пойдет не так, она я лягу полежать на полу, кричать начнет Саша. Так что не пугайтесь, если в какой-то момент это произойдет. Ну что, давайте попробуем. Выходите все, кто хочет участвовать. Надеюсь, вас больше, чем судей. Так, судьи, вам нужно, чтобы все встали в линии, или вам так нормально? Нормально. Хорошо. Тренировка, да? Да, тренировка. Первая фигура всегда будет фруаут, чтобы вам было легко. Фруаут! 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 Камраут! Фруаут! Еще и слоники.
Beatles. Fraud. 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 Аутины. Аутины. Лорисы. 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 Аплодируют, судьи выгоняют. Выгоняют, выгоняют. Все, кто остались, рассредотачиваются. Так, давайте поаплодируем полуфиналистам. Yeah.
Ладно, на суперфинал мы позовем вам судьи, они станцуют. А пока давайте проголосуем. Сережа, отворачивайся. Закрыл глаза. Так, вы готовы? Кричим. Дружка, Лариса, так и стой. Кричим только за одну пару. Пара номер один. Шампанское по бутылке. Так, ну что, я знаю, вы хотите секретную фигуру, поэтому все приглашаются на танцпол. Я покричу вам следующую песню вместе с секретной фигурой. Всю песню запишу. Я покричу 16 восьмерок, а потом вы можете продолжить танцевать. Спасибо, друзья! Объединяйтесь в пары! Танцуйте бальбоа! Готовы? Будет секретная фигура. Так, все-все в пары, все. Витя, не отлынивай. Ну да, просто мы... А, меня, наверное, не было. Я не... Готовы? Давай, секретная фигура. Первая фигура. Вау!